вот гуська поймала сегодня. Ощущение такого драйва. Я верю тебе, солнышко. Она твоя будет, твоя. Смотрите, какие бицепсы. Вонючки. Супер рыбачка. Супер эмоции. Супер ощущения. Супер ощущения. Она уже не хочет идти. Все, придет. Нет. Все помогать. Нет, есть тут она. Все помогать, помогать. Вот где-то уже шарик на подходе. Что-то тяжелое идет. Вижу. О, обалдеть! Офигеть! Ё-моё! Смотри! Вау! Big fish! Моя рыба! Моя! Big fish! Я обалдеть! Я вытащила её! Банана! Ё-моё! Вау! Вот это да! Вау! Сейчас! Вау! Смотрите! Офигеть! Вот это остановиста, бэби! Спасибо! Супер! Да ты монстр! А там она, ни конца, ни края ее. Да, мамка, я тебе позавидую, твоей силище. Сама! Еще немножечко. Вау, тоже хорошая. Вау! Yes! Вау! Так мы ходим, проверяем сегодня наши жерлицы. Один окунек за весь день. Ну что, начало у нас уже есть. Уже мы поймали четверых. Тише, тише, Анют. Минимум эмоций. Мы уже второй раз все-таки. Уже повзрослевшие рыбаки. Маленькая, симпатичненькая. Красавчик. Вау! Меня тянет с такой силой, что уже рук не чувствуешь. О, я уже вижу ее. Да, ты походу акулу поймала. Потому что мы делаем гарпун сейчас с крючком. Да. Иначе ее не вытащить. Там наш уже лук. Вот даже одна уже поранена, ее хватало. Которую я тянул. Я уже не могу. Это твой улов, солнышко. Дальше мотать или дашь? Нет. Давай. Не могу. Да нет, держи, держи сейчас. Я на видео снимаю. Держи. У меня силы закончились. Стоп, стоп. Что-то тут прям вообще капец какой-то, вон. Тут уже канат какой-то тащат. Вот, вообще, все удилище.
держи ее. Держу. Ого, сейчас канат туда наверх пошел. Сейчас тут будет что-то это. Так, походу. Оба-на, ничего себе. Ого, вот это. Это победа. Это победа. Вот это. Вот это рыбочка. Вот это щучка. Ё-моё. Круто. Так, ну, говорит, левая рука вообще уже очень устала. Так, ну что там уже куда-то к концу? Так, уходит под лодку, под яхту, точнее. Ох, ничего себе! Да-да-да-да-да. Ой, вон она, я не знаю, видно, нет? Ой, красную, красную споймал! Вадимар, красную! Это кто такой? Катамарану. Катамаранус. Да, капитан. Понял. Окей. Вальдемар. Вальдемар. Опа. Все, мы загрузились. Это наш капитан. Кто? Лоцман. Все. Делаем легкий инструктаж. Сейчас мы расписываемся.